В завершении выпуска еще одна информация. Весна – самое время обновить гардероб. В деловом центре «Ямал» открылась ярмарка верхней одежды. Фабрика из Москвы предлагает больше 3000 моделей пальто, курток и пуховиков высокого качества. Весеннее преображение не ударит по карману. На все товары одна цена – 3500 рублей. О том, как выгодно и красиво одеться, в нашем следующем сюжете. С самого утра в деловом центре «Ямал» настоящий ажиотаж. Женщины примеряют куртки, пальто и пуховики. Определиться с выбором сложно. На ярмарке представлена вся палитра. От сдержанных до самых ярких и броских цветов. Они отлично подойдут как на теплую, так и на прохладную погоду. Куртки с наполнителем из синтепона, холофайбера и уникального тинсулейта сохраняют тепло и легко стираются. Мы привезли московскую коллекцию курток и пуховиков. Весна 2017. Привезли более 3000 моделей. Различных, как удлиненные плащи, так и коротенькие курточки. У нас фиксированная цена на все 3500 рублей. Приятно удивит цена, которая, вопреки общепринятому мнению, гарантирует качество. Все представленные модели исключительно фабричного производства. Их отшивают в Москве, значит, прослужат такие вещи не один сезон. Широко представлен размерный ряд. Выбрать верхнюю одежду можно на любой рост и комплекцию. Размеры от 42 до 70-го. Люди могут не беспокоиться, что все разберут. У нас очень большой склад, и мы каждый вечер вывешиваем новые модели. На ярмарке действуют скидки. Приобрести некоторые модели можно всего за 1000 рублей. Ярмарка верхней одежды продлится до 9 апреля в деловом центре «Ямал». Покупателей ждут с 10 до 20 часов. Возможен наличный и безналичный расчет. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».